Всем привет! Сегодня представляем вам крутейшие новинки от Just One. Кроссовые шлемы линейки J22. В этой линейке итальянцы Just One выложились по максимуму и сделали шлемы еще безопаснее. Производители называют эти шлемы самыми совершенными из всех шлемов Just One на сегодняшний день. Дизайн новых шлемов, как всегда, у Just One на высоте. Они имеют приятные стильные расцветки, под которые несложно будет подобрать подходящую по цвету экипировку. Внешняя оболочка моделей J22, F Falcon и Динамо сделаны из стекловолокна. А скорлупа моделей J22 Carbon Adrenaline и Carbon Solid, понятное дело, из карбона. Все мы знаем, что карбон уже десятками лет зарекомендовал себя в мире как один из самых продвинутых материалов для изготовления кроссовых шлемов и многого другого. Он обладает повышенной жесткостью, ударопрочностью, небольшим весом, отлично отрабатывает удары на высоких скоростях. Благодаря развитой системе вентиляционных отверстий в передней части и в районе бровей шлем Just One J22 обеспечит максимальный поток воздуха к вашей голове. Чтобы вам было прохладнее, на шлеме предусмотрено 9 выпускных и 6 впускных отверстий. В этой модели предусмотрели систему быстрого высвобождения за счет особого крепления козырька к верхней части шлема. При возможном падении козырек отсоединяется от шлема и смягчит удар. В конструкцию для вентиляционного отверстия для подбородка встроена специальная металлическая мембрана, которая снижает риск попадания камней и веток в эту область. Подбородочная часть полностью вентилируемая и имеет подкладку из пены полистирола для дополнительного комфорта. Внутренняя оболочка шлема состоит из нескольких слоев. Их сочетание помогает распределить энергию удара и обеспечить качественную защиту головы райдера от травм. Новая внутренняя подкладка изготовлена из материала, который легко стирается, антибактериальной технологии Protex2. Сама ткань внутренней части шлема комфортная, дышащая и имеет частую перфорацию по всей поверхности. Это очень помогает хорошей циркуляции воздуха в жаркие дни во время активных заездов. В конструкции шлема спрятан особый элемент – передвижная распорка, о которой нужно рассказать подробнее. Она дополнительно помогает защитить голову от скользящих ударов. Передвижная распорка как бы рассеивает энергию удара по всей поверхности головы, что уменьшает опасность травм. Одной из самых крутых фишек этого шлема является его революционная система экстренного снятия – ERC. Эта функция ускоряет и упрощает снятие шлема с головы пилота в случае аварии. Шлем весит 1570 кг плюс-минус 50 грамм в размере L. Да, может быть, он не самый легкий в своем классе, но ради такой защиты стоит потерпеть. Все шлема прошли необходимые испытания и имеют сертификацию DOT и ESI R2205. Безопасность важнее всего. Будьте здоровы. Пока.